Гомель, Беларусь. Чем ты хочешь побегать? Мне сегодня в театр идти награждать все этих коллективы театральные. А потом, может, я приеду. Шашлык у вас. А кто-нибудь придет? Васильевна придет или нет? Привет, все супер. Не, мама жениха искать не будет. Не знаю, надеюсь, процветающий. Гомель, Беларусь. Привет, все супер. Я отвлеклась на маму и теперь не читаю комментарии. Спасибо большое за розочку. Мам, я тебе потом покажу, как там на прямых эфирах все это делать. Мама, кстати, тоже хочет вести прямой эфир. Она у меня шарит за бизнес, поэтому мы будем ей развивать ТикТок. Надеемся на это. Я буду ей помогать. Это круто. Ну, такая вот я. Плохая. Приветики. Я не буду в таких видео сниматься. Вы что? Это неправильно. Я таким не занимаюсь. Нет, не готова. Я надеюсь, у нас ее не будет. Хорошо, давай. Если что, я приеду. Мама мне обещала, что она не будет на мои прямые эфиры заходить меня смущать, а то она заходит вот под моим еще и ником. Надо и ник поменять, потому что я старый свой аккаунт отдавала. Спасибо большое, все супер. Ребят, подпишитесь, пожалуйста, на меня. Я хочу добить 10к уже. Спасибо большое. Я из Гомеля, из Беларуси. Приветики. Что у меня тут? Ребят, потопайте по экранчику. Tap to screen, please. Не особо скучаем, нормально, мне мама тут развеселила, зашла. Спасибо большое. Я не дома. Нет, не одна. Что не отвечаю? Я не могу зайти никуда, я что не особо замерзла. Просто квартира. Если я в доме в частном живу, как у меня родители живут, то я привыкла к дому частному больше, чем к квартире. Гомель, Беларусь. Приветики. Спасибо большое за розочку. Ребята, помогите мне добить мою цель, пожалуйста. В подарком. Ты уж третий день не могу добить. Мне даже никто одного сердечка не подарил. Все, я очень расстроена. Я хочу сердечки. Приветики. Нет, нормально. Может, реально к маме съездить еще пока. Хотя мне там в театр идти. Спасибо большое за подписки. Спасибо. Сегодня я планирую добить эти цели две. Ну нет. Там, правда, почему-то я не понимаю, почему подписчики. Спасибо большое за сердечко. Спасибо. Почему-то у меня не отображается моя цель подписчиков. То есть, смотрите, если сердечки пополняются, то я не понимаю, почему вторая цель не пополняется, если на меня люди все-таки подписываются какие-то. Понятия не имею, почему так. Я расстроена. Я сегодня... Спасибо большое за лайки, за подписки. Спасибо большое.
Спасибо большое. Ну, спать я, конечно, люблю, но надо не только спать, еще и работать. Спасибо большое за подписки. Спасибо за подарочек. Гомель, Беларусь. Ребят, давайте добьем 200 просмотров. Это будет мой рекорд. Я обычно смотрела по человек 30, а тут уже 170. Спасибо большое.